МЧС Дагестана предупреждает об усилении ветра в республике. В прибрежных районах региона скорость ветра поднимется до 20 метров в секунду. Соответствующее штормовое предупреждение распространило Главное управление МЧС России по республике Дагестан. Ведомстве рекомендуют плотно закрыть окна и двери, подготовить автономный запас воды и пищи, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут упасть вниз. На улице рекомендуется держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов.